Сегодня в Беларуси повышаются пенсии. Указ об этом подписал президент. В среднем рост пособий по возрасту превысит 5%. В результате перерасчета средний размер трудовых пенсий по возрасту составит около 390 рублей. Все зависит от стажа работы и других индивидуальных параметров. К слову, это уже третье повышение пенсии в этом году. И с 1 ноября увеличится и бюджет прожиточного минимума. Этот показатель теперь составит чуть более 214 рублей. Вслед за ним увеличились и единовременные пособия при рождении детей и некоторые другие выплаты.